Если ты не гей, то на лайк нажми скорей. Привет, Лёха, как твои дела? Привет, Димон! Короче, дорогие друзья, как вы уже поняли, мы поменялись аккаунтами и пришли на контейнеры. Сейчас кратко такая вырезка, как это... Такс, лох, заходи ты на мой... Какой пароль? Да. Можешь догадаться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Дима лох. Дима лох? Да. Жики! Я первый поменял, блядь, пароль. Где ты? О, зашел, блядь. Иди сюда. Ну а мы сюда пришли за тем, чтобы на аккаунте Димы, собственно, я на аккаунте Димы открою контейнер, и все, что выпадет, останется у него, а все, что он откроет на моем аккаунте, на моей бабке, останется у меня. Короче, мы сегодня поменялись телами, и это будет охренительный эксперимент, который, в общем-то, реально пришел нам в голову, и мы прямо сейчас отправляемся открывать контейнеры, будет интересно, ставь лайки, погнали. О, ай, все! Побежал, бля, Леха Такс открывать конты. Фартовал, бля, сейчас. Сейчас я на твоем лузерском пооткрываю и выбью, смотри. Я тогда американский открою. Не-не-не, братик, это мой. Давай, я открою. Я с каким-то качком буду сейчас соревноваться за кон. Ребят, вот реально... Я первый, Лёха. Тут же, если ты сливаешь, не так обидно. Блядь. Когда сливает Лёха теперь в этом. Слушай, ну да, на бабки друга не так-то уж и обидно, поэтому как бы... Давай только ставку не будешь ставить за какой-нибудь гашёный контейнер, там, миллион, знаешь... Миллионов 20. Не-не-не, поставил самую минимальную ставку. Не, я, короче, ты тоже китайский, да, открываешь, получается, соответственно? Да, китайский. Решили помаленьку начать. Там вертолет прилетел, бля, лопастями сейчас зарубит всех. Ема, он там летит. Включает, вот, там какая-то текстура бага. Походу вертолет выбьем. Обычно, когда, знаешь, я открываю, меня вообще никто не трогает вокруг тебя. А почему реально, блядь? Ко мне один чел с бензопилой пришел. Ну у тебя ну, скин, потому что ты обычно... поменял на какой-то скин, никто не знает, все ж по скину узнают. Первый контакт купил, все сразу, 2300 стоит этот S-класс 222. Да, я крузак выбил, как будто. А, 2200, да, я тоже в окупе, прикинь. А чё, какие нормальная у тебя скины тема. С собой есть какие-то? Ну-ка в инвентаре, давай посмотрим, что у него у Димона есть. Ну-ка, у тебя номера есть, сейчас выкину, бля. Лобовые стекла выкину все. Часы золотые, ематы с канистры моторного масла. Что, на BMW ездишь, что ли? Блядь, а нахуй тебе два попытки? Нахуй тебе канистры, ты на BMW ездишь? Да, привет, пожалуйста. Да. С канистры моторного масла на 5 литров. Дубайский дубайский. Ебать, как так появилось чудо. Ладно, я затем пошел за 12 забирать. Дубайский 12-20. Давай, я первый, короче, забираю. Дима, пожалуйста. Дима, пожалуйста. Такс там стоит. Такс там он, заберите его. Ничего не понимаю, чел просто говорит, Дима, уйди. Такшик, ты застрял. Он говорит, типа, это... Ты пропадаешь. Такс, не ври, передай привет. Ты передай привет, заебал. Передай привет. Передайте привет, передайте привет, пацаны, Лёхе Таксу. Слушай, я Лёху купил. Они вообще ничего не... Почему там столько... Бля, мне нравится, когда так мало народу, мне не мешает. Роллс. А чё тут? Ну я тоже окупился, брат. А у тебя что? Гелик 4x4. Уважение в минус, у тебя оно и так на нуле, бля. Слышь, у меня как был 21 лям, так и остался, что ли, или нет? А, нет, я в плюсе, да? У меня 19, я слил 2 ляма, получается. Ну ты, блядь, аккуратнее давай. О, еще один, ну, ебать! Еще один дубайский! Еще один дубайский, да ты? Ты что, гонишь? Тут нет больше дубайских, тогда я за 5,5 открою. Сука, давай, пацаны, мне так-то очково, потому что он же на моей бабке открывает на моем аккаунте дубайский, так легко, блядь. Да, ты на моей... А Лёха там окупается на мои деньги, самое главное. Да, самое главное, блядь. Конечно, самое главное. Сука. А почему все время какой-то чел там у нас торчит? Блядь, зачем ему дал? Он же азартный, он же сумасшедший, он сейчас все бабки... Я просто типа, чтобы бабки слить, да? Я, пацаны, недавно в казино, блядь, 150 тысяч проебал. Просто так вообще. Причем, ну я их выиграл сначала, а потом срал, потому что ну нахрен они мне. Вот мне еще один Rolls-Royce выпал. Только этот еще дешевле стоит. О, я бэху выбил какую-то за 3. Я в минусе, наконец-то. Наконец-то. А ты в плюсе, что ли? Сливаем просто друг друга бабки. Нет, я уже слил лямов 5. Лямов 5, нормально. О, дубайский есть, 2 дубайских. Так, я один забираю, тут чапа. У чапы мы 100% забираем. Отобрали у меня, ждешь, я уже буду ставку нормальную ставить. Я буду 12500 ставить, он сразу сливается. Я уже 12500 поставил, он тоже сливается, кстати. Ты, а почему ты этот скин решил выбрать? У тебя же был фирменный. Слышь? Да я просто кобру... Бля, я стою, короче, за контейнером слежу, и написано Дмитрий Александров, 12,5, я уже альт нажимаю перебить тебя. Да, да, я тоже говорю, Алексей, так написано, у меня же привычка. Я думаю, ебать, ты чё, прибежал вроде как, мы договорились. 1 кака будет, чел должен, если чё. Какому?
Ну, если я туда 5кс выпаду, короче, она это... Он какой сказал, какой лям, я ничего никому не должен, я ж на твоем аккаунте, на твоем и останется все. Ха! С-класс, прикинь, блядь! За 7. Мне пустой выпал, а нет. Что там? Слышишь, а мне тут что-то выпало. Что, сколько стоит? А у меня не... 16500, она не отображается. А, 16, у тебя BMW это, M1. Старенькая. M1? M1 старая, да, такая, 80-х. Все, ладно, продаю, но я, по-моему, немножко в плюс даже ушел. Ну да, это ой, хорошо давай, хотя бы. Давай. Бля, балдеж, нет дубайских, что тогда открываем? Я китайский открою, Субару тебе выбью, смотри. Бля, самое обидное будет выбить тебе Субару на твоей маке, она что, я останется? Мы так договорились с Димой. Ну да. А ты возьмешь ее за 0 продажу, вот сейчас в контейнер. Бля, ну а что со скином-то, который у тебя Саша Петрова? Он же более узнаваемый был. А его тебе износ, пока стиральные машины не добавят, я не хочу. А, ты боишься скин? А бля, на моем сколько износа на Моргене? Я сейчас скажу. Где он? Он не... А он 11% пустой. Уже, слышишь? Один, а что, а когда он пропадет? Когда 100 износится? Да, 100 будет процентов. Он, а, ну и насрать еще есть как бы 90, блядь, 89% как-никак. А ты что стоишь не открываешь-то? А, нет крутых контейнеров. О, Volkswagen Golf, забираю. Бля, 300 тысяч, прикинь, в минусе. Так, ну я вижу один дубайский, я его открою, пацаны. Я его забираю. Я тоже его открою. Поборемся, что ли? 12500. Давай поборемся. Давай поборемся. Мне 20 миллиамов на балансе, мне вообще. 13. Я 13 готов. А, у меня 15 на руках, прикинь уже, Дима. Я сейчас контейнер дубайский открою. Я за 15 хочу забрать. А я-то за 15 500 заберу, мне как бы все равно. Лох, сука, забирай. Забирай, лох. Блять, сам же себе же избил, получается, реально, сука. Децл, блять, я. Я хочу теорию просто проверить, знаешь, которая гласит о том, что если перебивать ставку выше и выше, то там появляются и вещи выше и выше, соответственно, дороже и дороже. Поэтому на ваших глазах сейчас, Дима, на мой аккаунт не выбивает дорогую тачку, чекайте. И продаю ее. Если тут КС, ты мне один какая-то попрошайка, что ли, вот он просил. Да, да, да. А, так я должен со своего эмулям. Ебать, ты договорился. Ух ты, Феррари, Слушай, реально работает, Леха, давай сейчас разыграем такую схему. Давай только на твой аккаунт. Плюс 30 лямов, слышишь? Плюс 30 лямов. Вообще жестко, красава, спасибо, Дима. Да, давай, блядь, да чё я радуюсь, нахуй. В том-то и дело, блядь. Последний в конце видео. Последний? Так, да блин, давай по одному откроем. Да. Тут пока их много, давай по одному так, откроем. Давай разные откроем. Давай не. Сейчас... 12500. Разные хочешь? Там еще один рядом, ну, есть. Ладно. Вот следующий открой. Ну Феррари выпало нормально, да. Слышишь, я сейчас хорошие ставки могу перебивать. Не давай, очень, давай, давай. 30, а потом 30, уже разыграем схему на твой аккаунт по перебиванию. Там по-любому да, вам вот останется дубайский конт. Просто а я хочу открыть как бы, ну, соляру. Ребят, я знаю номер своего счета 27370 и могу Лешины деньги просто на банк кинуть сразу. Я выйду раньше, чем ты это сделаешь, так что никому ты не приведешь. Так ты ж не зайдешь к себе же, правильно? Как не зайдешь к себе? А какой пин-код ты знаешь? Я в игре. Мне не жалко. Да. Какой? 2281. Нет. Я Lexus выбил, прикинь, за 6 лямов. Давай тактику нашу разыграем. Блядь, ну я не знаю, получится или нет, потому что у меня 9 на руках лямов. Мы сейчас Феррари выбили. Блядь, ну ты опиздал. Походу надо будет перебить. Бля, вот дубайский, слышь, дубайский есть, можно перебить. Иди перебивай. Да, дизайн. Забирай, забирай его, забирай. Давай перебьем. Забирай. Ни хрени. Сколько стоит, 15 поставлю? Не-не-не, 13 500. Блядь, ты нахуя сразу 15-то? Дайте ему дизайн посмотреть. Дизайн пусть откроет. Они что, уже высекли тему, что ли? Они уже высекли тему, походу. Бля. Ой, нет, ну сейчас, если выкуп тебе переведем, как бы мне получается, ну как бы тебе. Вот. Ну, потому да, что мне не на что открывать. Да, благо... Бля, ну так уже получается, это ящик, бля, ну... Не знаю. Давай, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай, давай, давай. Никто не перебивает. Проеб. И тут... А, нет. СЛС. Оставить? Не, нахуй она нужна, продавай, продавай, куда она впарилась. За 14 продается, он за 14 продается, а на БУ за 20. Не, продай, продай тут. Нет, нет времени продавать его. Сколько баланс? Хорошо, 25 пока что, но оно растет 26. Сколько, 10? Ты слышишь, ты там много не переводи, блядь, только. Короче, если пацаны, я хочу, чтобы Дима перевел на свой аккаунт с моего аккаунта деньги, чтобы я открыл контейнер дубайский, еще один хотя бы. Сколько я перевел, ребята, 10 миллионов. Сейчас какие 10-то, блядь? 27, 37, 0. Да, мало ли. Ну, чтоб ты побольше. Ну, у меня 9, мало, ну, хотя бы там 4 максимум. Ни одного дубайского. Давай по Европе откроем тогда. По Европе? Ну, давай по...
По Европе открываем, как, пацаны. По коктейлю чисто такому, блядь. Ну потому что нет дубасских, там три транспорта России, это вообще четыре транспорта России. Четыре транспорта, может карму почистим чисто? На китайском тогда чисти карму. Выбей мне, пожалуйста, Дима, Субару. Реально. Попробую, сейчас попробую, короче. Ну реально, когда она же выпадет, блин. А что, блядь, будет... с моими номерами Опер катается. Прикинь, она выпадет, когда ты на этом аккаунте был, это же вообще. У меня один раз такое было, я выбил Dragon Lore, короче, на аккаунте этого, Алекса Фокса, короче, когда мой забанили, я такой, Саня, дай аккаунт. Я на его аккаунте скрафтил Dragon Lore, он мне, блядь, не отдавал, месяц его катал с ним. Я Porsche Cayenne выбил за 5400. С какого? Ну, нет, минус 100. Я открываю и... Honda SDP. Пиздец, блядь. И не скажешь, что лох, я ж по сути это его открыл, а не ты. Илюха, я вижу, вон он. Че, давай схему с повышением ставок. Так, вот это точно уже отсекается, парень. Качкам здесь не место, как дела в качалке. 13 сначала. Да, 13. У меня 18 максимальная ставка, сразу говорю. 13500 ставлю. Давай повышать потихоньку, чтобы лестница шла вверх. Он повышает, он уже повышил. 13700 ставь. Много. Больше шагов надо, больше шагов. 14200, подожди, а ты 14500. Давай, а я 14700 сделаю. Давай, и потом, короче, это, что мы делаем? 15? И я ставлю 15 и много пятерок, короче, понял? А, ну давай. Давай, повышай до 15. А, ты повысил. Тогда я ставлю 15. Да. И пятерок, 6 пятерок. Получается в итоге 7. 1 и 7 пятерок. Давай. Ага. 15. Поставил? Раз, два, три. Сколько пятерок? Раз, 6, два, три. Да, во. Да. Во! Все, я забираю. Идем. Ну ты забираешь, чисто... получается. Ну да, вот чисто интересно работать. Ставьте 20 лямов. Не-не-не-не-не. Не-не. Мы просто шагами, короче, проверяем. Надо, короче, максимальное количество шагов сделать, пацаны, чтобы купиться, попытаться. Да, чтобы этот контейнер как бы был не просто контейнер бездушный. Да, он прям такой, за который боролись, еще и на розе здесь стоит, все, короче, у него мантра, аура прям настоящего купного контейнера. Бля, бокстер падает. Блять. Че, блядь, Дарк, отдай. Открывай. Дарк, гаркуйся, брат. Ну. Мы в минусе. Минус 5. Но есть еще бабки на 1. Так что как бы... Да, и у меня есть бабки еще на 1. Блять, в итоге друг друга просто бабло слили. О, вижу дубайский. Ну в этот раз давай я его теперь открою. Ну давай, с моего аккаунта, давай. Я тогда китайский открою, чтобы у меня хоть какие-то бабки остались на в общем-то. Сляму сразу поставил. Так, я за следующим бегу. Ага. Типа уже 14 лямов, слышите, я сейчас 15 лямов поставлю за конт. Не-не-не, ну это много уже. Ну если честно, Челси перебьет, я уйду. Я уйду, если Челси перебьет. Я ставлю миллион 900. Он перебил, 16 поставил. 16? 16 поставил. Блядь, да, серьезно? Я не буду перебивать. Не-не-не, не надо, 16 это дорого, Дима. Я открываю китайский чисто? За 1 900 и Субару тебе выбиваю, бля. И оно у него останется, вы понимаете, если оно выпадет. Нет, ну да. А чел слился. Ставь. Сейчас поставлю. Он убежал и банк словил на 90 секунд, да? Получается, что так. Ну получается. Ну не банк, кулдаун, ну какая разница. 2 секунды, пацаны. Открываю, там Субару, чекайте. Бибика, блядь. Бибика? За 14 тысяч. Говорит, дай денег, Лёха. 14 ставлю ляму. Бля, мне хватит вот на дубайский по ГОСУ, прям, понял? Прям волну пойти. Чтобы не перебивали. Давай. Ставь. Мне тут поклоняется, говорит, за твою доброту, типа, спасибо, Лёша, что спамишь там контейнеры. Да ты, блядь! Я вон схожу тут, блядь. Спектр переставил! Зачем так? Сейчас спектр переставил. Зачем? Отдайте Лёхе. Димон. Чё? Димон, иди, блядь. Чё говоришь? Он уехал на Димон. Отдайте Лёхе, а там Димон. Ну да. Да дайте Лёхе, блядь, спектр. Перебивай? Не, давай до 20 уже. До 20 прям. Но сам не повышай, пока он не повысит. Ладно, ребята, это реально. Блять, это так странно. Я смотрю, как Дима на моем аккаунте повышает ставки, при этом как бы, ну... Но оно останется у меня хотя бы. Да ты сделать ничего не можешь, да? Это мне справа по духу, блядь, базарит, блядь. Райдер, блядь. Так он тебе говорит, какой-то красавчик вообще. Контейнер-то я спавню. За 16 купил! Давай.
контейнеры еще будут. Хуярь. Тренда. Давай. Реально тренда. Кибертрак. Забирать его или я? Продай, продай. Сколько? Нормас, нормас, четко, четко, четко. Сейчас я дубайский еще на твоем открою. Давай, погнали. Бля, я не знаю, Дима, ну нет дубайских, я хотел открыть на твоем дубайских, но я заберу транспорта, в общем-то. Давай, давай. 1 900 000. Если что, поборюсь. Может, тут тоже давай сошлись, тут начнем бороться. Давай тут начнем бороться, реально, может попасться. Бля, ну все. Я 2 100 поставил, давай ставь 2 200 там или 2 300, короче. Давай 2 150. Тоже апнем. Давай 2 150. Ты 2 200, я 2 250, и я забираю. Давай, давай 2 200. Вот, все, я забираю, все, и там Субару, чисто Субарик. Бля, это так интересно, блин, да? Ребята, со стороны смотреть. Хотелось бы выбить давным-давно уже Субару, потому что... Ну реально, мы продал, открываем, знаешь, там 2 года эти конты, ни одного Субару, только знаешь, на моих глазах... Знаешь, сколько я продал Субару, Леша? А? Знаешь, сколько я продал Субару? За сколько? Тут Суба полегло. За ноль. В смысле? Потому что у нас не было слотовой, и я его в гос слил. Субару? Редкую Субару, да. Нахуя? Да. И газ... газ М1. Ты и чё, гонишь? Чайку редкую. Да, я реально слил их в госсе, потому что не было слоту. Давай, может, карма вернется каким-либо образом и нам выпадет отсюда Lexus. На 46-м регионе, кстати. Ну, он а, в ноль. Но мне не хватает уже, наверное, денег на Дубай, скорее всего, из-за этого. Да, сколько тебе не хватает там? Да подожди, я сейчас еще один транспорт открою, если успею. А нет, уже забрали его. Ну-ка, что там внутри, да, что там внутри? Субару чисто чекай. Нет, там Супра, хуйня. Я набрал сейчас 20 миллионов ровно. Ты гонишь? Ты просто все, что заработал, сюда ко мне скидываешь, чтобы я попытался что-то на твоем выбить, да? Но у тебя же долгов получается уже на 16 лямов передо мной. Нет. Ну как нет? Да, ну ты же, блядь, сам понимаешь, что ты не на добром слове. Я даю тебе, чтобы ты окупился, чтобы ты окупился. Как? Это останется у тебя, поэтому у тебя долг 16, если я на эти бабки, на которые ты дал, получается, я... Тебе, блядь, как так это ты сложно. Мои слил изначально, понимаешь? А я, ты что сделаю-то, блядь, это же дело случая, я же нарочно это сделал. А, этот, ну ты забирай, я тогда на тот пойду, я там уже с опозданием приду, но я нормально поставлю, там уже спектр бежит, спектр уходит. Я 12 500 сразу, вот это со спектром поборись, я... там интересненько, я здесь чисто в стороне за 13 102. Братики, ну Дима, ну на первый конт, по-братски. Борись до талла, там это уже орёт. Не-не, братик, никак вообще. Меня хотят избить, но как бы я не я, как бы я могу послать. Он так и до сих пор не выкупает. 14 500 ставка, слышишь? 15. До сих пор чел не может выкупить контейнер. 15. По-братски, Дима, по-братски. Да ой, по-братски. Ручку, ручку пожать подошли, смотри. Знает ли он, что это не ты пожал руку? Бокстер, говорит, бокстер. 1 кака стоит. Там Панамеру с Европы выбили, нифига себе, нападает оттуда. Я открываю. Я чё, отдаю челу за 15 500 или 16 ставлю? Ставь, ставь до конца, доталовай, я сейчас зря деньги перевел. Доталовай, иди. Блять. Сколько у тебя денег на руках? Блять, мне не хватает на контейнер. Ладно, отдам тебе. За то, что ты такой добрый человек, отдам тебе. Ты добрый человек, понял, бля? Я, Лёх. А сколько денег-то у тебя? Ты чё сейчас выбил с последнего конта? С-класс, на котором ты тогда в это участвовал. Блять, а сколько ты ставил? 12 500. А, ну тогда ладно еще, я думал, ты там за 16. А если бы поставил 12 120, у меня бы сейчас хватало на контейнер по минималке Дубай. Блять, да? Так, короче, Леха выкупил контейнер за 16 лямов, ребята, с моего аккаунта. И давайте посмотрим, что выпало ему. Как бы... Обосрались, вы чего бы, блядь. Ну, короче, дубайский мы с собой не откроем, но давай попробуем другие хотя бы. Кибертрак пытался, ну, я тебе выбил кибертрак и СЛС, но пока что... Ну и чё, и где, блядь? Всё на твоем аккаунте спущено. Ну, есть еще вон. Блядь, денег не хватает на дубайский? Да, я Европу открою. Я буду... Китай открой, Китай открой. Интересно все равно. Сам факт того, что мы можем выбить Субару, вообще будоражит, но, конечно, она не падает, но какой-то там маленький мизерный этот процент, он имеется, понимаете? И когда-то сработает. Я короче, вообще, ребят, баланс не жалею, как бы. Но при тебе выбивали эту Субару вообще хоть раз? Нет. А я один раз видел, и причем два, это было, это две машины за одно время, причем. Это вообще пиздец просто. Две тачки за одно время? Ну да, в один день. В один день. А я в этот день записывал, знаешь, что будет, если 100 рублей задонатить и там кочегарить конты, знаешь, нищенские. А, это идея, которую ты у меня спер без меня снимаешь? Да, да, да. Хитрый козел. Так. Смотрим на... Так, я Ешку выбил за 2 900, блядь. Блядь, с дубайского падает. Я купился!
Я поставил 2,5 миллиона, и я купился на 55 тысяч. Балдеж. Бля, серьезно, 55? А, дубайский, слышишь? Дубайский, Америка. Я Китай открою тогда, наверное. Или ты Китай? Мне 20 тысяч не хватает, я хочу Китай открыть. Открывай Китай, я пойду Европу открывать. Ну да. Ну, с Европы можно что-то получить, но бля. Бля, не знаю я. СЛС-ку только, если... Ну, СЛС-ку можно, да. Ну, СЛС-ку у нее, она уже в стоимости, все упала. У нее нет эксклюзивности. Хаммер еще держится, М5КС уже много на серваке. Ребят, я думаю, что это последний на сегодня контент. Я думаю, да, давай, открывай. Я там Субару вижу, уже выпало. Нет, сука. Да, тебе такие нравятся. Сколько она стоила? И в прошлый раз ты мне сказал, что немножко не купился? Я купился на лям. Короче, пацаны, по факту мы зашли к другу на аккаунты и попросирали друг другу денег. Вот что получилось. Ставьте лайки, мы сделаем еще раз такой эксперимент, если, конечно, нам за него не постучат на голове. Но, тем не менее, короче, пацаны, это было интересно. До скорой встречи, пока. Все, друзья, всем добра и позитива. Промокод Дизари и промокод ТАКС мой, как бы, используйте.